Всем привет, дорогие друзья! Это пятая серия нашей гонки с Леки ТВ, и это заключительная часть, где я развиваю своего персонажа. Нам предстоит очень много чего сделать, и начнем мы, естественно, с доната. Закидываем 5 коробочек, как нам и положено по нашим правилам, и будем рассчитывать то, что нам что-то выпадет интересное с доната. В данный момент уже подходит к концу акция с полным печатью сундуков, и им нужно будет обязательно закупиться, как минимум набором за 9500 монет. Из него мы получим 100 полных печатей сундуков, и также дополнительно 100 штук покровительства Инхазат. Несколько сундучков L8000 я хочу оставить на будущее, возможно, нам пригодятся они, чтобы продать и купить те же самые заточки на наш мод. Да и в целом, вначале хочется посмотреть, что падает с этих сундуков. Так что покупаем набор и смотрим, что нам выпадет по луту. Как минимум, с этого сундучка можно получить достаточно много печатей. Куда их тратить, я пока что точно не знаю, но в крайнем случае нам остается крафт взрыва стихий. Он тоже очень сильно нужен, но пока что, наверное, слишком дороговато для моего персонажа, но посмотрим, возможно, мы сможем его себе все-таки позволить. Из приятного в этих сундучках, что здесь выпадает очень много передаваемых вещей. Это и камни в брошь, и красящий порошок, и даже заточки. В теории это все можно продавать и даже неплохо навариться на этом ивенте. Но барыжничество нас не сильно интересует, так что будем пытаться этими вещами развивать нашего персонажа. В целом дроп неплохой, так что давайте возьмем еще 100 сундучков. Из приятного это также дроп купонов на доспехи ранга А. С помощью этих купонов, возможно, мы сможем заточить рукавицы величия на 5. Да, шанс 20%, но и купонов нам выпадает достаточно большое количество. В этот раз мы получили аж 176 печати Герана за 100 сундучков. Это очень и очень приятный курс, и скорее всего придется закидывать коробочки в этот ивент и дальше. Итого за 200 сундучков мы получили очень много камней. 20 ониксов у нас 100% уходит сразу же на продажу, потому что у нас уже есть 4-й оникс, и нам больше его апать не нужно. А вот шпинельку можно попробовать апнуть до 4-го уровня. Правда, шпинели и циркона выпало не очень много, возможно, этого количества нам не хватит для апа 4-х камней. Но пока не попробуем, мы этого и не узнаем. Также нам нужно определиться, на что менять наши печати Герана, потому что у нас их уже скопилось аж 800 штук. По-хорошему, нужно будет прикупить кристаллы души Адена, потому что у нас до сих пор нет камней в пушке, а они дают достаточно приличный буст. Ну а также можно купить браслеты для того, чтобы их продавать на всемирной торговле. Печати Герана действительно выходят за очень приятную цену, в то время, когда браслеты стоят от 280 монет. Но здесь нужно понимать, что печати, они выпадают нам бонусом. С этой коробочки можно получить очень много и другого полезного лута. Как минимум, те же камни, которые также можно продать. Но опять-таки повторюсь, что барыжить я не очень сильно хочу, но с другой стороны, таким образом можно избавиться от излишек. В общем, над этим нужно будет подумать. Но и также за печати можно будет купить улучшенные свитки модифицирования. Нам нужно протачивать наши шмотки на 5, а на рынке этих заточек очень и очень мало. Так что, возможно, наши печати уйдут и на проточку. Ну а пока давайте еще купим 100 дополнительных сундучков. Получаем очень много красящего порошка, 100% мы будем его сливать на рынок, вряд ли мы будем апать свою татуировку. И спасибо то, что в комментариях вы мне указали на то, что можно апать краску, ее не снимая. Я этого не знал, и возможно бы я потратил свою адену в никуда. Так что если вы видите то, что я делаю какие-либо ошибки, то обязательно пишите это в комментариях, я все читаю и беру это на вооружение. Тем временем мы получили практически 1000 печати Герана, и давайте возьмем браслетики для того, чтобы проверить нашу теорию. Я не уверен, что они будут очень хорошо продаваться, потому что таких умных, как я, достаточно много людей. Хотя, с другой стороны, возможно, спрос превышает предложение. Так что пробуем их продать, в целом мы ничего не теряем. Также на продажу выставляем и ларцы с камнями. Берилл пока что выставлять не будем, возможно, мы его апнем для себя. А вот другие камни отправляем в мировую торговлю без всякого сожаления. Нужно все-таки понимать, что лимит на донат у нашего персонажа подошел к концу. И больше монеты нам брать неоткуда. Так что придется избавиться от хлама, чтобы в будущем позволить себе еще немножечко задонатить этих коробок. Да и ивент к этому располагает. Порошок у нас немножечко снизился по цене. Раньше, если его покупали по 450, то сейчас его продают по 380. Но, как я понимаю, его выпадает реально очень много. Но больше всего, что меня удивляет, это цены на заточки. Я это подметил еще в прошлом выпуске. И это я также подмечаю сейчас. Заточки, которые продаются в магазине по 2 миллиона за арморку и 5 миллионов за вейпанку, продаются по 70 монет арморки и по 110 монет вейпанки. Если перевести эти монеты в адену, то выходит то, что арморку мы можем продать за 5 миллионов адены, а вейпанку почти за 8 миллионов адены. Я думаю, то, что из этого даже можно выстроить целый бизнес. Скупаете заточки на рынке за адену и потом продаете их за монеты. Я думаю, то, что эта схема реально рабочая. Так что выставляем все наши заточки на продажу, и если нам они потребуются, то просто купим их за адену. Собственно, мне сейчас и нужна адена на эти заточки, так что немножечко продаем наших камней скупщику и закупаемся арморками для того, чтобы проточить наши вещи, которые мы возьмем с купонов.
Брать мы будем, естественно, МЖ-перчатки. Мы до сих пор их не точнули на 5, и очень здорово, что мы этого и не делали. Потому что за купоном мы сможем их точнуть действительно за очень хорошую цену. Давайте начнем сразу с наших перчаток, и шанс у нас на успех 20%. И они точатся! Так, подождите, а зачем я тогда брал все эти перчатки за купоны, когда наши с первой попытки сразу же зашли на 5? Да и камни зачем я продавал? Мне и Адена, получается, больше не нужна. Но вот как бы эпопея с удачливостью сорка продолжается. Надеюсь, что нам будет вести и дальше. Кстати, по поводу заточек. Их на рынке продают в достаточно большом количестве и за очень скромную цену. Это моментальный бизнес. Просто купил дешевле и сразу же продал дороже. В принципе, на этом Леки меня и догоняет, потому что я этим не занимаюсь, мне хватает и доната, а вот Леки приходится как-то выкручиваться. Но ладно, успехов ему. Окей, перчатки мы сделали, теперь переходим к камням. Давайте вначале попробуем засинтезировать циркон. Он действительно очень сильно нужен и дает неплохую прибавку к силе наших магических ритов. И мы сразу же делаем третий циркон. К сожалению, правда, на 4 он не пошел. Но, с другой стороны, он и не должен был с первой попытки сразу же зайти на 4. Ладно, у нас еще остается немножко камней. Давайте пробовать синтезировать и дальше. Так, у нас опять есть 2 вторых. Есть еще один третий. И вторая попытка синтеза на 4 у нас опять увенчалась провалом. Ну, не всегда же вести сорку. Дотачиваем последние цирконы, и, возможно, с третьей попытки нам повезет. Кстати, это последние камни циркона, которые у нас есть. Но у нас есть уже опять третий уровень, и да, мы получаем 4-й уровень циркона. У нас не осталось больше ни одного камушка циркона первого уровня. Действительно, с удачей этого сорка что-то происходит нереальное. Получается, со шпинелью у нас вообще не должно возникнуть никаких проблем. У нас их аж 22 камня. Плюс на складе у нас завалялся еще камень второго уровня и один камень первого уровня. Что ж, тогда давайте его и попробуем засинтезировать. Откроем пока один камушек, возможно, нам повезет с первой попытки. И у нас заходит второй камень. Но нет, на третий уровень он заходить не захотел. Не получилось у нас на халяву получить этот камушек, но окей, продолжаем синтезировать тогда дальше. Есть у нас камень третьего уровня, и на четвертый он опять заходить не захотел. Не так все просто с этими камнями, дикий рандом, но пытаемся синтезировать и дальше. Есть у нас 2 камня второго уровня, есть третий камень, будет ли четвертый, и на 4 он опять-таки не пошел. Осталось всего лишь 10 камушков у нас в шпинели, это очень и очень мало уже. Но сразу же делаем третий, и будет ли четвертый, и есть у нас четвертый камушек, и мы стали счастливыми обладателями всех четвертых камней. Ну, правда, проблема у нас еще с кораллом, но коралл с этих сундучков и не выпадает. Это действительно очень хороший буст, потому что четвертый шпинель уменьшает силу критов по нам. А нам как раз таки против Леки не хватало выживаемости. И возможно, именно эта шпинель сможет перевернуть исход нашего ПВП. Я действительно очень рад, что получилось сделать эти камни. Я не уверен, что у Леки получится сделать камушки, потому что у него попросту нет доната. С другой стороны, он может набарыжить столько, что сделать эти камни вообще без проблем. Так что на этом успехе нам нельзя останавливаться и нужно буститься и дальше. Приступаем к следующему этапу и будем синтезировать кристаллы души Адена. По-хорошему, нам нужно 2 камушка 8 уровня. В целом и шансы на синтез достаточно неплохие. Но вспоминая мой прошлый опыт, иногда их не получается сделать даже со 100 камней. Но будем рассчитывать на то, что нашему сорку все-таки везет, и для начала я покупаю 30 камушков. И давайте пробовать синтезировать. Первый синтез, и он сразу же удачный, но, правда, второй у нас сразу же обернулся фейлом. Собственно, здесь просто тыкать, особо рассчитывать и высчитывать шансы нет никакого смысла, тут или повезет, или нет. А нам остается просто подсчитывать наши расходы. Что-то я даже не успел ничего договорить, а у нас уже 6-й камушек. За 11 камней мы сделали 6-й камень. Окей, у нас есть первый камушек 8 уровня. На самом деле, я даже и близко не рассчитывал то, что мы за 14 камней сделаем 8-й кристалл Адена. Можно, конечно, попробовать его апнуть и дальше, но нет, не будем мы растрачивать наши печати Герана, и лучше попробуем сделать второй камень 8 уровня. В целом, потому какие шансы написаны, его не должно быть очень сложно апать до 6 уровня. Единственная проблема в том, что мы достаточно сильно ограничены в бюджете. В нашей ситуации мы, естественно, конечно же, его апнем до 6 уровня, потому что у нас слишком много печатей. Но вопрос в том, насколько много... Что? За 24 камня мы сделали... Что? За 26 камней мы сделали 2 восьмых кристалла души Адена?
Что, реально там усерку шли подкручивают или что, я не понимаю. Но окей, теперь осталось выбрать только бонусы, которые мы вставим в нашу пушку. Я думаю, то, что точно нужно брать скорость магической атаки. И также, скорее всего, нужно будет взять шанс магического крита. Да, он у нас, скорее всего, уже достаточно близок к капу. Но нужно не забывать то, что у овера есть резист к шансу критов по нему. Так что, скорее всего, камень на шанс крита будет не самым плохим решением. Да и альтернатив не так уж и много. Единственное, что мы можем взять еще, это прибавка магической атаки. Да и судя по статам, нам до капа шанса крита очень-очень еще далеко. Так что покупаем бэгемы и вставляем кристаллы Адена. Теперь шанс крита у нас 21%, статики 7, что бы это бы ни значило. Кап мы не уперлись, так что выбор был достаточно правильный. Итоговые статы с камнями вы видите на своих экранах, и мы достаточно неплохо разогнали нашу скорость магической атаки. Я думаю, то, что с такими характеристиками Леки ТВ мы все-таки сможем осилить. Но не будем забегать вперед, возможно, у нас сможет все-таки чем-то удивить. По поводу взрыва стихий. У нас действительно очень много печати Герана. И соблазн попробовать испытать удачу и вытянуть книгу с шансом 25% очень и очень велик. Но стоимость достаточно высокая. Одна попытка ролла обходится примерно в 2,5 коробки. Но и взрыв стихий очень серьезно усиливает нашего персонажа. Вот что-что, но со взрывом стихий я практически полностью уверен в своей победе. Да и сливать нам эти печати практически не на что. Да, я понимаю то, что мы можем сделать пятый благой пояс. Но это не гарантированно, и прибавка от него будет не такая большая по сравнению с четвертым поясом. То же самое и по остальным итамам. Единственное, что нас сейчас может действительно усилить за приемлемые деньги, это плюс 7 плащ защиты. Потому что с такой проточкой он даст дополнительные 5% силы наших хритов. Но у нас такое количество печати, что плюс 7 плащ мы еще успеем сделать. Так что была не была, давайте попробуем все-таки скрафтить эту книгу. Очень сильно волнуюсь, потому что это действительно судьбоносное решение. Но нам все-таки не удается ее скрафтить. Ну, в принципе, и шансы не очень большие, 25%. С другой стороны, в 25% и попасть тоже не очень должно быть тяжело. Но факт остается фактом, нам не повезло, и мы слили 2500 рублей. Ладно, все это баловство, у нас есть еще незаточенная власть, она у нас всего лишь плюс третья. И я думаю, то, что ее нужно точнуть хотя бы на 4. В принципе, у нас должно хватить печати, чтобы это сделать. Но перед властью давайте все-таки попробуем заточить плащи защиты. Шанс проточки у них достаточно хорош, и бонусов он даст немножечко больше. Берем 10 плащей и пробуем их точить. Первая партия 10 плащей у нас полностью ломается, и даже плюс 5 плащ у нас не заходит на плюс 6. Но мы не сдаемся и берем еще одну партию из 10 штук. Надеюсь, что в этот раз будет немножечко больше удачи, но, судя по всему, у нас результат будет тот же самый. Ох, что-то немножечко не идет теперь у Сорка. Давайте берем еще одну партию из 10 штук. Да, печати мы слили уже достаточно много, но нам и тратить их особо-то и не на что. Так что все-таки пробуем добить плащ до плюс 7. 2 на 5, может быть в этот раз. 2 на 6, будет ли у нас плащ на 7? И да, мы точим плащ на 7. 30 плащей для того, чтобы получить 1/7, это не такой уж плохой результат. По сути, он нам обошелся примерно в 500 рублей. За такой буст отдать такую сумму совершенно не жалко. Что ж, теперь нам осталось точнуть только власть. Но давайте не будем делать ошибок, как в прошлых выпусках, и вначале попробуем точнуть власть себя. Да, она может сломаться, и мы останемся ни с чем, но мы в любом случае будем пытаться ее заточить на 4. У нас достаточно много печати Герана, и как минимум третью мы вернуть всегда сможем. Так что в нашем случае это не безрассудство, а холодный расчет. Так что покупаем одну заточку и пробуем точить талисман властителя. Шанс всего 35%, повезет ли нам? И да, нам везет, мы получаем властитель плюс 4 с первой попытки. Тем самым мы увеличили мощность наших маг-умений на 2%. И также получили дополнительную силу крита магических атак. Это очень круто. И мы сэкономили действительно большое количество печатей. Остается только вопрос, на что их тратить. Да, можно было бы попробовать сделать подвесочку, но это слишком дорого и шансы очень-очень маленькие. Я думаю, то, что нужно попробовать все-таки затратить книгу еще раз. И нам опять не везет. Но у нас еще остается печати на еще один трай. И возможно... Нет, невозможно. И получается то, что не Леки нас догоняет, а мы догоняем Леки. У нас был изначально донат в 20 тысяч. 7500 из них ушли на трай книг. И ушли они в никуда. Я бы не сказал бы то, что это прям сильно дезморалит. Но немного расстраивает это точно. Потому что по сути мы сейчас слили все наше преимущество. Жаль, очень жаль то, что 25% не выпадает тогда, когда это действительно нужно. Причем у нас было 3 попытки. Но окей, продолжаем играть дальше.
В целом, я думаю, то, что нет смысла оставлять эти коробочки на продажу, потому что все, что нам нужно, мы можем купить в ивент-магазине. Да и получить шанс дополнительного дропа чего-нибудь ценного с этих коробочек, это всегда приятно. Так что распаковываем коробки L8000 и попробуем потратить ивент еще раз. Это последний наш донат, так что затариваемся на 16 тысяч монет. Немножечко монет нужно все-таки оставить на всякий случай. Будь то на ресы или на какую-нибудь расходку. Надеюсь, такого количества мы сможем вытащить действительно что-то ценное. Но пока выпадает очень много печати Герана и достаточно большое количество ларцов с камнями. Также нам выпадает немного купонов на оружие и доспехи ранга А, но они нам сейчас не актуальны и совершенно не нужны. Что ж, эти коробки казались немного скупыми, мы особо с них ничего не получили. И единственное, что у нас теперь столько хлама, что при его продаже мы скорее всего сможем получить монет аж на целую коробку. По крайней мере, я буду очень сильно на это рассчитывать. Также мы получили 4 ларца с берилом, и с одной стороны их можно было бы продать, потому что они действительно в цене, они пока что еще достаточно редки. Но в то же время мы можем получить классный камень, который увеличит нашу выживаемость. Так что давайте, наверное, все-таки рискнем и попробуем засинтезировать берил. Первая попытка и второй камень у нас есть. Будет ли у нас еще один второй камушек? Да, у нас 2 вторых камня. Получится ли сделать третий? И, к сожалению, нет. К сожалению, третий камень мы сделать не смогли. Но хотя он и второго уровня дает достаточно неплохие характеристики. Дополнительные 125 защиты магической и физической. И также 100 магической и физической атаки. Для лоу-буста этот камень очень хорош. Так что смело его надеваем вместо коралла. Кстати, по поводу слива печати Герана. Я чуть не забыл, что нам нужно протачивать шмот. Улучшенных свитков на рынке практически нет, так что нам придется их закупать за печати. И давайте попробуем заточить символ фатальности. Я точно не помню, какие шансы заточить его сразу на 5, но точится достаточно часто. Заточится ли он у нас? И, к сожалению, нет. Блин, теперь очень дорого его будет стачивать и пытаться заточить его еще раз. Так что пока что его надеваю 4 и оставляем его на потом. Давайте также попробуем заточить тунику и низ огня, а также наши ботинки уклонения. Они у нас до сих пор плюс нулевые, и вначале их нужно заточить на плюс 3. И как здорово то, что придумали массовую модификацию. Это очень сильно упрощает жизнь. Жаль, что только улучшенными свитками нельзя точить массово. Но ладно, это мы как-нибудь уж переживем и заточим вещи вручную. Первым идомом на проточку у нас будут ботинки уклонения. И они у нас заходят на 4. Туника у нас тоже заходит на 4. Ну, может хотя бы штаны точнутся на 5. Но даже они не заходят на 5. Да как так-то? 4 заточки и все ушли в плюс 4? Ну, не всегда же нашему сорку вести. Придется бегать в четвертых шмотках. Кстати, по поводу мировой торговли. Заточки уходят на ура. Кто-то действительно покупает ашные арморки по 4 миллиона адены. Это очень много монет за эти заточки, и они должны стоить гораздо дешевле. Несколько браслетиков у нас тоже ушло. Немножечко цену начинает депинговать, мы тоже ее спускаем. Но пока это все равно достаточно выгодно. Немного хуже обстоят дела с красящим порошком. Его действительно выпадает очень и очень много с этого ивента, и цену на него постоянно депингуют. Возможно, стоит подождать, когда этот ивент закончится, и только потом уже продавать порошок. Но в нашем случае это немножечко не актуально, потому что к этому моменту наша гонка уже подойдет к концу. Прошло еще немного времени, и продался еще один браслет призыва Агатиона, а также начался продаваться порошок. В принципе, 340 монет за порошок — это достаточно хорошая цена, так что будем пытаться продавать его и дальше. Продолжает меня убивать также на АФК, причем убивает ночью. Мне пришлось даже установить бота в Телеграм на этого персонажа, потому что иначе прокачиваться совершенно невозможно. Но сейчас у нас достаточно приличное количество буста, и давайте попробуем ему отомстить. Да, он 86 уровень, но я думаю, то, что стоит все-таки попробовать. И урон по нему действительно летит очень хороший. По 3-4 тысячи урона. Я не знаю, сколько хп у оверов, но если примерно исходить из моего количества хп, то, наверное, около 12 тысяч. По идее, 4 приличных крита должно его убить. Но, видимо, дрын настолько читерный, что это не позволяет его пробить. Он даже банки хп не использует. Я даже решил использовать берс и трансформу, но даже это не позволило мне пробить этого овера. Через какое-то время овер этот проснулся и даже начал огрызаться. Но что меня радует, он не пробует меня бить в ответ. Я так думаю, что все дело в империи. Пока что он бьет мобов, он бессмертный. Как только он начнет бить меня, скорее всего, вампириться он уже не сможет. Так что из этого я могу сделать выводы, что шансы против Леки у меня есть. Ему попросту будет неоткуда отвампириться. Я думаю, то, что ради этого даже можно прокачать шилдманы. Да, в нем есть большая проблема, что мы можем остаться совершенно без МП, но пока что он действует, дрын овера не работает. Главное использовать его с умом. Ну а в этом ПВП, к сожалению, победу одержать не получилось.
Кстати, нам тут продолжает вести с рандом крафтом. В этот раз у нас в роли Дамаскус плюс 7. Да, это, конечно же, не Френтеза, но все равно навариться можно. Что бы нам ни выпало, это все равно будет дороже, чем стоимость ролла этого крафта. Ну, пожалуй, кроме цешного верха. Все остальное меня в целом устраивает. Пробуем крафтить, и нам выпадает валика. Да, это не самое лучшее, что могло выпасть, но все-таки какие-то монетки она все же стоит. Ну и следующий рандом крафт у нас тоже весь радужный, но, к сожалению, тут уже вещи не передающиеся, и нам он уже не так интересен. А еще я очень долго не мог разобраться, почему мне не удается улучшить краску. Вроде красящий порошок и есть, но когда ты пытаешься улучшить краску, то он не отображается. Я сломал всю голову, перетыкал все, что только возможно, но, как оказалось, запечатанным порошком нельзя улучшать краски. Мне немного непонятно, почему такой обрезанный порошок в награды за квесты. Могли бы уж не жадничать. Ну а в нашем случае мне не дали попытку улучшить краску до 3 уровня. Собственно, на этом развитие нашего персонажа заканчивается. В следующем выпуске будет итоговое подготовление к нашему PvP с Леки ТВ. Мы обязательно сольем все наши монеты на ивент, попробуем доточить основные шмотки и закупимся недостающими нам книгами. Ну а также вас ждет великая PvP с орка за 20 тысяч против овера за 5 тысяч. Что из этого получится и какой будет результат, вы увидите уже через неделю. Ну а на этом заканчиваем. Обязательно переходите к Леки ТВ, чтобы посмотреть, какие результаты у его овера. Ну а с вами, как всегда, был Вайт. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.